есть, если вы хотите, чтобы ваши эмоции не портили чувствования, не портили вам жизнь, вот, вы должны осваивать психотерапевтические техники, которые позволяют влиять на то, как эти эмоции в вас формируются, разрастаются и превращаются в это заполняющее вас ощущение катастроф. Вот, я про это написал кучу книжек, про это есть наш онлайн-курс «Шаг за шагом». Вот, есть челлендж «Первый шаг», который как раз вот направлен на осознание того, что с вами происходит. Вот, поэтому, значит, это то, что мы делаем в этом направлении, связано с контролем эмоций. Эмоции поддаются контролю.